Тук-тук-тук. А, всем привет. А, сегодня у нас будет обзорчик вот такого вот кальяна. Это Union Hookah, Нижний Новгород, Россия. И, честно сказать, я юзал Union Hookah когда-то. Это было в Волгограде, в Мяте. Там он мне не очень понравился, потому что это были, наверное, первые их модели. Они были корявые, необработанные и просто ужасные. А, тут пришла ко мне посылочка кальяны премиального качества. То есть, соответственно, наверное, тогда это были кальяны альфа-качества. То сейчас это уже премиальное качество. Собственно, вот такая вот колба у них. Это Hookah 3, я про нее попозже расскажу. Так вот. Вы видите, да, наверное, до чего уже надо сразу доебаться, да, вот, что я ненавижу в коробках, да? Почему я должен нести, сука, вот так вот свой кальян, и люди должны читать вверх ногами? Почему нельзя картинку разместить вот так? То есть так удобнее, чем вот так. Ладно, не суть. Короче, я вам сейчас расскажу про свою модель. А, это у меня оружейный ламинат оранжевого цвета. А, в комплекте есть шланг и мундштук. Но диффузора нет. Здесь также написано диффуз, но, блядь, нет диффузора. А, открываем. На самом деле коробочка очень прикольная. Она такая масенькая, компактная, высокая. Ну, не плоскодонка такая, да? Так, открыли. А, первым делом мы встречаем шланг. Шланг охуенный. Вот что-что, а шланг охуенный. Вот реально, вот редко встречаешь такие мундштуки. Ой, такие шланги. Ну и мундштук тоже охуенный, и сразу спойлер. Дальше идет кусок поролона. Потом уже идет сам кальян. Так, начнем, наверное, с шахты. Охуенная шахта. Не знаю, она мне сразу очень понравилась, хотя я не очень люблю вот такие вот громоздкие шахты. А, не знаю, с чем это связано, я люблю больше, наверное, какой-то минимализм, когда вот так вот все вот гладненько, приятно, без острых углов и всего остального, да. Это, получается, оружейный ламинат плюс конструктивный пластик, который долговечен, хуевечен и все остальное, но все же это пластик, да. Все же пластик. Так вот, сверху есть металлическая вставка. Это сделано для того, чтобы она немного забирала жар с блюдца. И ваш ламинированный вооруженный ламинат, блять, ваш вооруженный оружейный, сука, ламинат не пошел по пизде к бабушке, да? Что касается дырочек рабочих, то здесь очень прикольно сделано. Шахта, которая накручивается, и, собственно, клапан, и продувочка. Все сделано с перегородочкой самой же шахты. Я не уверен, что все это будет продуваться, потому что в этой колбе я так и не смог увидеть. Ага, наверное, сразу забегу вперед, хотя нет. Расскажу про эту интересную заметку чуть-чуть попозже. Так, идем дальше. Это мундштук. Он тоже охуенный. Не знаю, вот он просто, он очень приятный, охуенный, вот это нержа IC-304, да, она очень хорошо сюда вписала, и все очень круто, красиво, приятно, аккуратно. Такой вот у нас мундштук. Дальше, в комплекте идет коннектор под чашку, я не знаю, вроде бы какая-то хуевая, да, деталь, как бы, ну, мелочь, пиздец, там, хули ее-то делать, да, но она тоже очень гармоничная, не знаю, вот Union Hookah молодцы в какой-то степени. И, конечно же, собственно, сама шахта. И тут я должен был дико орать и скандалить, типа, а-ля какого хуя, блядь, ебать, производитель положил мне в ебать тарелку. Я как бы посмотрел, да, там как бы тарелки нет, думаю, ну пиздец. Как бы тарелку проебали, пошел шерстить по всем своим остальным кальянам, искать хотя бы какую-то тарелочку на выпуск, и заодно сказать, что производитель, ты пиздец, долбоеб, блядь, ты меня отправляешь на обзор кальян и при этом не ложишь мне тарелку. Но запомните раз и навсегда, надо до конца выворачивать всю-всю коробку, которая у вас есть. И тут незаметно в кордонке вот так вот на дне почти в принципе не видно. Ее в принципе не видно, лежит блюдце. Я такой, фуф, охуенно. Блюдце пиздатое.
с гравировочкой Union Hook, дырочка ровно по центру, а не как у некоторых криворуких, сука, что она прям сбоку, блядь. Охуенное блюдце, приятное, обработанное со всех сторон, и все в таком духе, да? Давайте. А, садиться, кстати, она тоже очень круто. Здесь есть маленькая ступенька, что как бы уменьшает вероятность люфта блюдца по всей нашей поверхности. Давайте, собственно, я сейчас его потихоньку собирать. Чашечка у нас уже греется. И, собственно... Ага, проебал. Это коннектор под шланг. Вставляется он сюда, он очень круто тоже сделан, тоже из конструктивного пластика и все остальное. Теперь, про то, что я хотел немного оттянуть. Это две непонятные дырочки на начале шахты. Я не понял, для чего, когда, в принципе, я кальян сгружал, я думал, что шахта здесь будет на защелке. Кчик! И в эти дырочки, собственно, попал. Но на самом деле нет. Шахта закручивается вот так вот. Чик-чик-чик. А, нихуя она не закручивается. Алло, бля, гараж нахуй. А, вот, все, попал. Собственно, она вот так вот закручивается. И для чего эти две дырочки, мне непонятно. Здесь должен быть диффузор, но в комплекте диффузора у меня нет. Что касается... колбы. Колба пиздатая, то есть под свет она круто собрана, но это колбы Хука 3, и я их не очень сильно люблю, а не люблю я их по одной только причине. Это диаметр горловины уже двух моих пальцев. То есть ёршиком пролезть внутрь и как положено все помыть, в принципе, сука, нереально. Так, вот так вот, сейчас мы сразу поставим нашу чашечку. Она уже у нас прогрелась. Так. Так, это нам не нужно. Это тоже не нужно. Идем теперь, собственно, ко всем данным параметрам. Шланг, как я и говорил, он очень пиздатый, очень крутой, очень интересный. А, и что очень странно, я давно не встречал шлангов с очень толстым сечением. То есть прям шланг, его прям вообще сложно перегнуть, как бы, да. Ты даже вот так вот берешь, и за своего сечения он, в принципе, не перегибается. Где бы ты это, собственно, не сделал. Вот сейчас перегнулся. Так. Повернем. Комплектация идет сразу с резиночками, либо просто мне положили с резиночками. Так, наш коннектор из конструктивного пластика, он у нас на O-ring кольцах и вставляется очень хорошо, ну, беспроблемно, и вытаскивается с тяжестью. То есть это очень хорошо, что шланг не будет вылетать. Клапан у нас утопленный в основание, назовем это так, сука. Клапан у нас утоплен в основание. Внутри у него то, чем гордится Union Hook, и они везде это пишут большими буквами. Стеклянный шарик. Стеклянный, не металлический. Стеклянный. По тому, как продувается, не продувается, я не проверял. Я с него пару раз покурил, мне очень понравилось. А, самое главное, прошу прощения, по цене данная комплекция стоит 7800 плюс 1300 колба. 7800, ну, грубо говоря, 7, 8 тысяч где-то выходит. 9 тысяч. Точную цену комплектации не помню, поэтому как бы считать-то я умею. Тяга ниже. Тяга ниже или как ниже? Тяга, короче, легкая. Даже при отсутствии диффузора, в принципе, не такая сильная вибрация, не так сильно бурлит и не так сильно шумит. Клапан работает исправно, мне это очень нравится, можно смело его хорошенько продувать.
но вот это блядское основание, мне оно пиздец не нравится. То есть, да, как бы к нему сложно подцепиться, подобраться, и не нравится то, что коробка вверх ногами тоже не нравится. Это примерно то же самое, если бы в Макдональдсе все меню было бы вверх ногами, и вам приходилось бы это криво читать. То есть я это сравниваю аналогично с такой ситуацией. В принципе, если подводить итоги данного кальяна, то колба все равно не ихняя, да, как бы, ну, не знаю, она красиво разукрашена, все прикольно, но... Вот эта горловина, реально не подлезешь. Так что, поэтому она, скорее всего, крашеная. Чтобы не видно было грязи. А блюдце пиздатое, цвет пиздатый, основание, ну, так себе, такое, мне лично такое не нравится. Шланг охуенный, мундштук удобный, охуенный. Курица охуенная, но любителям легкой тяги а-ля от Ивана, то она зайдет. А мне лично, как бы, она не нравится, но я могу только лишь сказать, что тяга, в принципе, легкая, как бы, и не утверждаю, что она прям вау, супер, потому что это очень сложно. Кому-то нравится классическая, кому-то нравится прям потяжелее, а кому-то нравится пидорская. Все, в принципе, хорошо, курица все нормально. И подводя итоги, я могу сказать, что кальян в принципе крутой, но с нынешним трендом на дешевизну кальянов 9000 плюс-минус вместе с колбой, я считаю, что дорого. Ну, не я считаю, вы так считаете, что дорого, вот серьезно, вы так считаете, потому что вы привыкаете к халяве, можно так сказать. Вы хотите кальяны дешевле, 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 дешевле и еще раз дешевле. Я же думаю наоборот, что в принципе все вот эти детали, как все это сделано, оно того стоит. Также взять другие кальяны, которые от 15 и выше, вы скажете, фу, ебать, сука, дорого, бля, лучше проститутку сниму, да? А я-то вижу немного по-другому, как бы, я смотрю, вижу, нехуевое блюдце, я бы заплатил бы там за блюдце лишнюю двушку, да? Бля, нехуевый коннектор, охуенно удобный, за него бы я еще трешку заплатил бы, да? Мундштук пиздатый, за него вообще пятерку дал бы. И вот так вот у меня собирается цена на кальян. То есть я примерно смотрю и понимаю, блядь, стоит кальян этих денег или нет. И поебать, что это блюдце в себестоимости стоит 100 рублей. Я его оцениваю внешне своим взглядом в 2000 рублей, да, и это как бы круто. Поэтому это Union Hook, Нижний Новгород. Тогда Вадим, ставьте лайки, у нас скоро 30-ка, давайте подписывайтесь, ребят, 30 тысяч. Пока.